Всем привет! Небольшое предисловие перед тем, как мы начнем. Спайдерка был полностью переточен после канатного тестирования, потому что те микросколы, которые образовались на режущей кромке, совершенно невозможно было вывести просто правкой на пасте. Поэтому нож был реально переточен. Сначала я взял пару камней 600 и тысячник, думал, что они справятся, но в конце выяснилось, что их совсем не хватает, поэтому мне пришлось спускаться на 320 камень. А те, кто знакомы с апексовскими камнями, знают, что 320 жрет металл уже очень серьезно. И вот на самом деле можно было даже опуститься, наверное, на 220, но в конце, немножко дольше поработав 320, я исправил ситуацию. Оба ножа заточены под 24 градуса с каждой стороны. На самом деле это в каком-то роде вынужденная мера, потому что мне очень не хотелось увеличивать ширину подводов на обоих ножах. Сведены они тонко, примерно в 0,45 мм. Широгоров здесь вот в районе кончика начинает утолщаться, его сведение, но здесь вот на ровном участке от 0,4 здесь вот у основания до 0,5 примерно здесь. Спайдерка сведен более равномерно, скажем, практически до конца, до самого кончика. Небольшое расширение вот на последнем сантиметре, наверное. Вообще, хочу еще сказать, что вот этот Широгоров, он не подбирался специально, как какой-то соперник или конкурент Спайдерка. Это нож, который я в свое время, уже очень давно на самом деле, взял у моего друга Ильи, именно для канадного тестирования, чтобы посмотреть, что же из себя представляет вот это H12MF. Ну и потом, затачивая этот спай, я вспомнил про этот нож, и мне стало очень интересно, я померил его сведение, оно оказалось таким же тонким, как и на Спайдерка. И ну, просто промелькнула такая мысль, что это может быть интересным. В предварительном опросе большинство голосов, конечно же, ушло за Широгоров, но, должен отметить, не всегда по самым объективным причинам, больше из-за, скажем так, патриотических соображений. Замочек залип немножко. Но, тем не менее, очень многие возлагают надежды на эту H12MF. И я от себя должен добавить, что я совершенно не знаю, какой из этих ножей победит. Но вот эта H12MF в заточке показала себя несколько иначе, чем те стали D2, которые мне приходилось точить, по крайней мере. Поэтому я даже не знаю, что от нее ожидать. Но вообще, не зная, кто из них победит, в принципе, я ставлю на довольно быстрое развитие событий. Я не думаю, что какой-то из них будет сейчас кромсать сотни раз вот этот вот очень жесткий канат. Тем не менее, листами я запасся. Очень легко все режет. Ну что, давайте приступим. Для начала, я думаю, можно сразу пройти по 20 резов, а потом уже идти по десяточке. Спай у нас будет первым. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь,
9, 20. Очень бодро пропахал, прям очень. Ну что ж, теперь черед Широгорова. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ни один из ножей не начал мылить или что-то в этом роде. Смотрим на режущую кромку. Отлично. Широгоров. Без проблем. Ну что ж, поехали. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 30 резов. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Я начинаю уже бояться, они довольно бодро кромсают. Опа! Мне кажется, какие-то первые повреждения начали проявляться вот здесь вот. В этом месте, которое, ну, сразу начинает работать. Самая выгнутая часть режущей кромки. Хотя, нет. Ну, то есть, это еще не повод для того, чтобы прекращать тест, но я что-то почувствовал. И это не бывает просто так. Широгоров чисто. Идем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40 резов. Широгоров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотрим бумажечку. Все нормально. У нас спайдерка. Все нормально на Широгорове. Идем на 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 50. Бодро режет, честно скажу. Широгоров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Проверка на бумаге. Без проблем спай. У Широгорова появилось, наверное, некоторое затупление немножко. Но опять же, режет четко. Ну что ж, 50 и без каких-либо повреждений, это серьезная заявка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 60. Широгоров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Появилось некоторое мыло. 60 резов. Спайдерка без проблем. В принципе, Широгоров тоже без проблем. Смотри, как держится. Молодцы. Поехали, спайдерка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 70. В принципе, как мы помним, S30V умерла где-то на 90 резов, ZDP сделала 100, могла резать дальше, но уже имела некоторые сколы. Здесь как бы оба ножа без повреждений пока что. Ну, посмотрим на Широгоров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 70. У Широгорова совсем неудобная ручка. Хотел сказать, не очень удобная, но она совсем неудобная для реза в данном положении. Спайдерка. Проблем не видно на бумажке. Широгоров подзатупился немножко, но опять же режет четко. Хочу проверить их на ноготь. Появляются микро скольчики на спайдерка, но не такие крупные, как после картона. Ого! Фак.
Это просто были тут какие-то остатки бумаги. Ну, понятно, что микросколы какие-то повреждения пошли. Так. Но здесь микросколчики покрупнее. Все-таки можно видеть, что спайдер как-то вырывается вперед, можно сказать. Сделали по 70 резов. Идем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Блин, спайдерка настолько бодро режет, мне даже не верится. Шарогоров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, мыло появилось. Ага. Ну что ж, 80 резов. Спайдерка без проблем. И Шарогоров точно так же. Ну что ж, продолжаем, что тут говорить. В принципе, спайдерка просто обязан держаться, покуда D2 держится, потому что это суперсталь, это мегасталь, она должна всех делать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 90. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага. Мыльце уже конкретное, явное. Уже одним движением нужны титанические усилия, чтобы Шарогоровым резать. Спайдерка. Блин, вот это жесть, вот это я напросился на тест. Я не знаю, может, давайте я начну бомбить по 20, ну хотя бы разок, потому что они как бы выглядят, что вообще им пофиг, как бы обоим этим ножам. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Сто резов, ё-моё. Раз, два, три. Опа. Мыло пошло. 4, 5, 6, 7, опа, 8, 9,
глазом я, наверное, могу увидеть тут только затупление какое-то. Ну что, Широгоров теперь. Да, Широгоров мылит. Видно, я думаю. Вот именно дорезать последние волокна очень тяжело. Нужно пилить. Да. Я думаю, стоит прекратить тест Широгорова и признать, что это отличная сталь на своем уровне, я считаю. То есть она показала себя лучше, чем спаевская тридцатка, скажем. Но просто это выше моих сил продолжать пилить этот канат в таком состоянии. Да. И, ну, тут вот можно видеть, сейчас попытаемся сфокусироваться, как вот он махрит бумажку. Надеюсь, будет видно. Поэтому Широгоров хоть и не получил каких-то серьезных повреждений, но затупление уже достигло того уровня, что нож начинает мылить. Ну и можете себе представить, если у японской VG10 это уровень на 30 резах смерти полной, то как бы H12MF, были бы у меня силы неограничены, я бы еще бы пилил. Ну что, спай остался, надо с ним разобраться до конца. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 120. Раз. Опа. Вот. 3, 4, 5, 6. 9, 130 резов. Блин, попробуем ногтем. Я чувствую что-то, как бы больше какое-то затупление. Вроде бы режущая кромочка так вот повело ее в бок. И вижу небольшое место, где он отсвечивает свет. Угу. Вот он, скольчик. Или то место, которое... Камера, как всегда, разрядилась в самый неподходящий момент. Попытаюсь показать это еще раз. Теперь он у меня не ловится. Ну ладно. Порежем еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 140. Раз, два, три. Четыре,
5. Уже не 6. 7. 8. 9. 8. Ну плюс-минус, мы все-таки, мне кажется, приближаемся к каким-то пределам этой стали. Вся вот эта вот часть, вот это вот, как это показать, отсюда до сюда, вот, очень так равномерно затупилась. Вот и первые скольчики, такие замятия. Ну что ж, конец близок, но еще можно порезать. Мои ожидания, сейчас уже вспоминая их, с уверенностью могу сказать, не оправдались. Никакого быстрого развития события тут, конечно, не было. Раз, два, три, вот мне не прорезай. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, все, мыло поймал конкретно, еще на зубах до 170, наверное. Нет, не на зубах никак. Он просто не отрезает раз за разом. Все. Вот теперь я спокоен. 160 резов каната. Это то, что показала эта сталь. Отхватила микроскольчик. Ну, на бумажке, опять же, это кажется нормальным. Но на... Опа! Ну, вот. Вот он. Его можно видеть. Вот это вот. Сейчас попытаюсь сфокусироваться. Вот эта ступенька здесь. Вот тут вот. Вот она. Ступенечка, где он надрывает, это вот микроскоп. А так-то он, блин, шинкует очень хорошо. Просто канат мне телеграфирует, что здесь мыло. Вот наш канат. И раз за разом можно было видеть, что вот такого смачного хруста уже нет. Голой рукой-то вообще вот нету. Раньше он проваливался до конца, хрясь, а сейчас все. Ну и отлично. В любом случае, это шикарный результат. Больше еще, ну, на моих тестах, на скромных моих канатных тестах, ни один нож еще не показывал больше. И ZDP бы не протянуло столько. Там начались сколы. Вот. А H12MF просто, мне кажется, дала отличный бой. Отстояла, показала себя. Мне кажется, очень неплохо. Ну все. Сейчас, наверное, попытаюсь показать, режу кромочку вблизи. Ну что ж, оценим режущие кромки. Повреждения на обоих ножах на этот раз не очень большие, и поэтому следует обращать внимание, вот даже, ну, такие вот маленькие засветики, они указывают на те места, где остались повреждения на режущей кромке. Это вот мы сейчас у основания. Чем ближе мы будем продвигаться к изгибу режущей кромки, тем вот этих вот отсветов будет становиться больше.
как здесь можно видеть, вот раз, два, три, четыре, вот они прям мелкие, разбросаны по всей РК. Вот здесь вот хорошо видно, вся вот эта вот площадь очень сильно покоцана. Но так, конечно, каких-то огромных сколов мы тут не увидим. Именно то, что называется микросколы. Здесь вот можно видеть некоторые такие вот небольшие выщербленки, можно сказать. Вот это вот и есть микросколы. Давайте попытаемся посмотреть вот так вот на торец режущей кромки. Ну вот, вот это вот, наверное, самый такой крупный участок, где был скольчик плюс затупление. Такой ярко выраженный. Эти вот места, которые усиленно отсвечивают свет, вот они представляют наибольший интерес. Можно видеть, что засветов достаточно. Ну вот что ж, теперь давайте посмотрим на спайдерка. Все-таки я считаю, что он здесь главный герой, и изначально он таковым являлся. Смотрим сбоку. Здесь все гораздо скромнее будет. Ну, вот, вот такие вот мелочи можно, наверное, будет заметить, но в принципе, вон они, небольшие, цветы такие вот. Вот это вот, наверное, та часть вот здесь вот, где было основное затопление. Так, конечно, тех ужасов, что были на картоне, я не вижу. Это меня радует. Вот, вот такое вот затопление, микроскольчики. Ближе к кончику можно видеть этого всего гораздо меньше уже. Ну, здесь вот, вот явный какой-то дефект. Теперь здесь вот. Здесь вот прям блестит сильно. Какие-то микрозамятия, микроскольчики. Но, честно говоря, все это по мелочи. Я должен сейчас взять свои слова обратно насчет того, что я считал, что события будут развиваться стремительным образом. И должен признаться, что обе стали меня очень сильно удивили. Я перед началом тестов был уверен, что сейчас я их просто разгромлю на канате, просто раскрошу режущую кромку на обоих. Не оставлю им никаких шансов. Но так как мой опыт канатного тестирования, он довольно скромный, поэтому я хочу сделать для себя такой вывод, в первую очередь, что сталь, которая имеет хорошую термообработку, и
и, ну, является качественной, хорошей сталью, добиться от нее по-настоящему сильных микросколов, ну, для этого должны быть какие-то специальные условия. То есть, или это ZDP, которая вот по умолчанию как бы крошится, неважно, как ее калили, тот же VG10. Или термообработка должна быть не на достаточном уровне. Вот как я это вижу. Ну, давайте попытаемся посмотреть отсюда. Вот здесь вот небольшие засветы. Где же наше самое проблемное место? Даже не могу его сейчас найти, но вот тут вот. Реально, то, что я получил здесь на спайдерка, это не более чем, ну, такое адекватное именно вот затупление режущей кромки. На широкорове ситуация немножко серьезней. Блин. Не фокусируется. Ты тресни. На Широгорове ситуация немножко серьезнее. Можно видеть вот эти вот скольчики. Их тут гораздо больше, и они крупней. Вот кто-то мне говорил, что в комментах, что карбиды D2 гораздо более крупные. Вот это вот оно. На спайдерка вообще разглядеть вот эти вот места, где у нас какие-то повреждения, само по себе это сложно. Давайте попытаемся. Вот здесь вот, в этом месте. Основное повреждение. И просто на канате, когда я вот это вот пилил, у меня уже отваливались руки. Спайерская сталь просто тупилась, можно сказать. Да, один микроскольчик. Там все-таки был пойман. Вот я его несколько раз показывал. Он появился где-то в районе 120 резов и усилился к 160 резам. Он усилился так, что уже создавал такую определенную ступеньку при резе бумаги. Можно видеть вот срез, насколько он стал махристым. Тут без сомнений, что нож прилично затупился. Вот. Даже не режет, вот если медленно. Вот, да. Вот этим вот местом он уже не режет тут скол. H12MF. Тоже вот здесь вот она не режет.
Ну и вокруг там повреждений больше. Так вот, если быстро, ну даже быстро вот уже не прорезать. Еще можно что-то выдавить, но это не серьезно. Вот оно. Значит, очевидно, конечно, что оба ножи были убиты. То есть это не то, что я прекратил тест, потому что я устал. Они реально убились. Несмотря на то, что иногда можно было так бодрячком отсекнуть кусочек листика А4. Тем не менее, ножи очень сильно затупились. Но затупились достойно. Что Х12МФ, что вот эта вот спаевская сталька все-таки показала, что она на многое способна. Ведь ZDP на старезах уже отхватила такой скол, который я был не в состоянии вывести на пасте. Здесь она пропахала 160, и ни одного такого скола нет. Да, очень много микроскольчиков тут в этом районе, каких-то повреждений, но все это гораздо более мелкое, чем было в том же тестировании на картоне. Х12МФ именно так очень, очень равномерно мне понравилось, как она работала. То есть до 70 резов она просто работала классно. И потом постепенно начала так вот затухать. И к 100 резам уже было понятно, что нет смысла никакого продолжать резать. Мы достигли своего максимума. Ну что ж. Все, вот такие результаты. Делайте ваши выводы. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. К сожалению, после правки на пасте я вынужден сделать еще одно неприятное дополнение. Сейчас микроскопом я поймал одно из тех проблемных мест, которые, наверное, очень сильно характеризует вот эту вот сталь CTS-204P. Это очень трудно поймать глазом, через лупу, даже через микроскоп. Поэтому я вот сконцентрируюсь именно вот на вот этом вот одном месте. Вот здесь вот перед моим пальцем. Я надеюсь, это можно будет видеть. Это вот такой вот микроскол. И вот этих микросколов на режущей кромке этого ножа осталось очень много, даже после 5 минут правки на черной пасте и потом 5 минут на белой пасте. И это на самом деле очень много. И многие ножи после гораздо более сильных изначальных повреждений полностью восстанавливаются, а здесь вот эти вот микросколы, они остались. И имея определенный опыт в использовании и заточки этой стали, уже я могу с уверенностью сказать, что тут ситуацию исправит только именно переточка. Вот такие вот маленькие, но очень-очень неприятные скольчики здесь остались. Их здесь штук 5, может быть, на всю режущую кромку. Но они неприятные, и вот я прям чувствовал, что они там есть, и ковырялся, и таки нашел их. Давайте попытаемся сфокусироваться, может как-то так, вот он. Вот здесь, вот в этом месте, очень-очень маленький дефект, конечно. И можно там сказать, да, можно не обращать внимания, но лично мне это неприятно. Вот он тут вот. Вот так вот. На самом деле сталь Х12МФ тоже показала похожее поведение, и после правки на пасте остались некоторые дефекты на режущей кромке, но они гораздо какие-то более мягкие. Вот здесь вот на спайдерка это прям вот такие вот вышвелены, вот прям вот скольчики, вот прям кусочка не хватает. А здесь вот такое чувство, что остались такие вот плавные какие-то замятия вот просто на режущей кромке. Вот эта сталь гораздо более пластичная.
спаевская вот эта 204P, она прям крошится. Я не знаю, такого я просто не припомню. Она на микроуровне просто выкрашивается, и вот добиться от нее идеальной режущей кромки, вот, прям вот идеальной, которая будет держаться долго, мне кажется, это ну какая-то невыполнимая задача. И я знаю, что для многих это очень важно. Так-то этим микросерейтором он будет пилить и пилить. Я не знаю. Я могу показать, как он сейчас режет бумагу. Просто идеально. Это не чувствуется ни на бумаге, ни ногтем. Абсолютно никак нельзя это поймать. Но на микроуровне там все в сколах. И мне это очень не понравилось. Ну все. Пока. Бай-бай.